Ковенанты полагают, что то, что они называют скрытым картографом, находится где-то под этим островом. Картограф представляет собой комнату с картой, которая приведет нас в комнату управления Орелом. Остров имеет множественные строения и установки. Одно из них содержит комнату с картой. Мы приближаемся к точке высадки. Будет жарко, еще безопасное место. Приземляйся в Ресте и Морпехе. Всем привет, ребят. Вы находитесь на канале Ritter Play. Меня зовут Александр. И мы продолжаем играть Halo Master Chief Collection. Винтовку у меня, к сожалению, забрали, блин. Ладно, бомбистиком. Воспылять. Чувак, ты так выскочил. Так, еще же один был. Эхо 419 на подлете. Кто-нибудь заказывал вепрь? Я не знал, что ты выполняешь заказы на дом, Кувалда. Ты знаешь девиз? Мы заставляем. Ездить. Так, кто-нибудь мне сядет сюда? Хорошо. Давайте двигаться. Давай найдем комнату с картой, которая покажет нам местоположение комнаты управления Ореолом. Ну, видимо, по прямой ехать надо. Капец, разок попал и все. Ты че, дядь? Вот, все, молодцы. Здесь у нас что, нифига? Может, конечно, секрет какой есть? Я не знаю. А, блин! Нет, не попал. Отлично. Ну, давай, мочи его. А ты чё, маленький дрищ? И все, добегался. Что-то там подвезли кого-то. Там, на скале. Держу пари, скрытый картограф находится где-то внутри этого строения. Здесь мы, пожалуй, выходим. Надо как-то... Подожди, наверх-то мы не поднимемся, получается. Или поднимемся.
пошел нахер. Ой. Пацаны вылетели. Ты че, урод? А, у меня еще и патроны кончились. Для кучи. Так, ладно, надо у вас что-нибудь забрать тогда. Может быть, вот эту штуку. А, блин, ты достал, ну, блин, такой он офигевший, блин, бегай. Ой, блин, так откинули далеко еще. Держу пари, этот ортограф находится где-то внутри этого пацика замочили, да? Мои анализы показывают, что комната с картой должна находиться на нижнем этаже этого строения. Давай продолжим идти внутрь. Ну, блин. Учитывая, что у нас так мало вооружения, придется пользоваться их оружием. Не дай им закрыть дверь! Пипец. Интересно. Я недооценила понимание ковенантами под систему Ореола. Они заперли двери, и у нас нет достаточной огневой мощи, чтобы через них пройти. Картана, Гизу! Продолжай, Картана. Вы нашли комнату управления? Ответ отрицательный, капитан. Ковенанты препятствуют нам. Мы не сможем продолжать, пока не отключим систему безопасности этой установки. Понял. Мы все еще на пути к объекту. Я могу оказаться вне зоны досягаемости, когда окажусь там. Вот ваши приказы. Я хочу, чтобы вы использовали любые необходимые средства, чтобы пробить себе путь в строение и найти комнату управления Ореолом. Мы должны добраться до комнаты прежде, чем ковенанты. Люди, это не выход. Эхо 419, наземным командам. Остаюсь на позиции и пригляжу за тележками ковенантов. Второй отряд, приготовьтесь свернуться. Скоро все должны быть на высоте. Уходить тебе. Удачи, люди. Дискони связи. Мы должны найти управление безопасностью, чтобы открыть эту дверь. Ну ладно, чё. Так, а здесь что такое? Может, здесь что-то еще есть? Блин, это так чисто. Побегать? Да. Не, нам надо автомобиль в любом случае. Tough now, are you?
Так, видимо, пока надо дальше проехать. Ну, что тут такие миссии-то? Обширная, так бы я сказал. Для своего времени тогда игра вообще шикарная. Похоже, что есть путь в глубину острова. Пес щит долго восстанавливается. Как-то что-то пистолет-то этот сильнее стал. Ну, вернее, не стал, а, ну... Первый, по-моему, слабее был. В последней части, так, по-моему, вообще очень слабый. Так, ну тут пешком, скорее всего, нам идти придется. Ну ты где, падла? Ну ты достал, на! Падел, блин. Ты маленький дрищ, ты где? Ой. Так-то прикольная пушка. Так. Вот и побольше патронов будет. А, вот это, кстати, еще, по-моему, побольше пушка-то. Ой, это не очень хорошо. Ты умрешь, нет? Капец, они жесткие. Такая... Ой, ладно. В общем, таким оружием их что-то херовенько гасить. Безлимитный щит. Че сюда пришел? Дойти. А, еще типы есть. Так, у вас что там по оружию-то вообще? Ой, гранат-то больше и нету. Ох ты! Блин, что-то я не посмотрел на жизни-то, блин. Ладно, хоть этих мочить уже не надо.
застал старофильм? Урод. Пойди. Надо. Так, граната есть, это хорошо. Это что за пушка? Блин, кто-то ж меня стрелял такими этими сиреневыми штучками тогда. Пипец. У кого это оружие? Видать, дальше надо нам идти. Но с оружием что-то наблюдаются проблемы. Пойдет. Наверное, нам сюда. Да блин, ну как вы достали опять эти типы, блин? Вот на это вот у меня патронов-то, наверное, не хватит. Хватило. Я что-то привык просто вот Halo Infinite играл там там они гораздо сильнее, вот эти вот типы, блин, там заколебешься мочить. Используй голопанель, чтобы отключить систему безопасности. Так, что, открылась дверь? Хорошо. Там только этот вышел. Открыть дверь, ведущую в главную шахту. Так, теперь нам надо отсюда свалить, да? Активируйте комнату как. Мы под сильным огнем и теряем высоту. Вас поняла. Мы уже в пути. Ой. Ну, я так и думал, какой-нибудь прикол будет. У меня гранат еще нет. Да ты достал. Да ты че, тварь? Ой, ха-ха-ха. Вот ты урод, блин. Да, кстати, тоже жизни не восстанавливаются, столько тут этих, блин, опять. Так, гранат хоть дайте, пацаны. Кстати, у вас... А, ну ладно. Это бы оружие, конечно, там, если этот здоровый зелот будет. Ну, тут желательно бы какое-нибудь вооружение посерьезнее. Мне как пришел, так и уходить. Это, я так понимаю, двойной щит. Чиф, Браво 022 вез нам тяжелое оружие. После всего, что я видела во время стычек с охотниками, я подумала, что ты мог бы им воспользоваться. Давай спустимся на пляж. Ищи любой груз, который мы можем спасти. Так, значит, все-таки спуститься лучше. Давай спустимся.
Ой, блин. Ай. Вот. Это хорошо. Так, базука. Ну, не знаю, насчет базуки, вот жизнь мне пригодится определенно. Ну, не знаю. Вместо тебя, если только. Ну, с вооружением что-то не густо. Так. Не ту кнопку жму, блин. Где-то наш пацанчик был. Пригодится. На ты пригодятся. Ну все что? Теперь надо доехать до. Нужного нам места. Паренек у нас, блин, убежал куда-то. Ой. Надо вас так мочить. Ибо нефиг. Автомат мой сохранился. Так, сейчас ведь там тип будет нехороший. Где-то здесь вот. Невидимый еще к тому же, да? Нет? Где он есть? Он где-то точно был. Так, и что это? Что мне надо сделать. Походу да, куда-то сюда нам надо. Так. Что в итоге-то? Не упасть бы случайно.
Ой, здорово, дядя. Где ты? А, вот так нельзя тут обойти. Оказывается, ну-ка. А, еще один. Да ты че, урод? Больно же. Так, у меня последний выстрел остался. Как раз для такого жирича какого-нибудь. Потом надо будет, ну, что-то поменять. Кстати, у вас что за пушка-то, пацаны? Вот вы меня стреляете, а забрать у вас ее нельзя почему-то. Волда наземным командам, к вам приближаются два вражеских транспортника. Проклять. Хорошо, люди, у нас на подходе компания. Давайте накрывать на стол. Я атакуйте вражеские силы на месте. Будет легче сдержать их изнутри строения. Вы можете войти внутрь? Никак нет. Они приближаются слишком быстро. Чиф, вы должны найти картографа. Мы займем их настолько, насколько сможем. Нет проблем. Мы окажемся в трудном положении, если не уберемся отсюда прежде, чем прибудут дополнительные подкрепления. Давай найдем эту карту. Да я что, споришь, что ли? Давай найдем, только где? Это я уже что-то круг сделал, по-моему. А, вот. Наверное, нам сюда. Еще выходить отсюда, наверное. Ведь. А ну, кого-нибудь стрельнуть бы хоть. О, молодцы. О, тихо. Падла-то выжил. Блин, по 60 патронов на рыло что-то больно жирно для вас. Как бы автоматик-то нормальный, но, блин, на них, в них много уж стрелять надо, учитывая, что... Ладно, здесь, конечно, хотя бы 60 сделали в магазине, а не 32, как было раньше. Так, гранатами надо почаще кидаться, конечно. Так, это я пришел отсюда. А, то куда мне тогда в таком случае идти-то? Наверное, сюда. Или нет? Хорошая пушка. Вот. Эта голопанель должна активировать карту. Анализирую. Комната управления Ореолом расположена там. Это строение похоже на какой-то храм или гробницу, если я правильно это интерпретирую. Интересно. Гробница — это необычное место для такой значительной установки. Кардана капитану Кизу. Капитан недоступен для контакта Картана. Его корабль, возможно, имеет проблемы с оборудованием.
Продолжайте пытаться. Дайте мне знать, когда вы восстановите контакт, а затем скажите ему, что мастер Чип и я определили местонахождение комнаты управления. Мы отправимся туда, как только поднимемся наверх. Подтверждаю, кувалда, конец света. Так, все-таки выходить теперь надо. Ух ты. Тихо, кто там так? Больно, блин, да куда? Все никак не привыкну, что эту пушку не надо перезаряжать. Да тихо, блин, больно же. С оружием, пацаны. Никак, что ли? Плохо. Забыл, как отсюда выходить, по-моему, куда-то сюда вот надо. Ну, то есть хорошего. Так. Оружие нам надавали. Да блин, ну чмо. Тут везде подсунут каких-нибудь козлов, блин. Раз я был к тебе готов, блин. Да, все, мы почти пришли. Это из хорошего.
Тартана Эхо 419. Чиф и я поднялись наверх. Запрашиваем транспорт. Поняла, уже в пути. Блин, ну... Чё за приколы-то, блин? Кипец, блин. Поняла, уже в пути. Мы тоже такого не ожидали, если что. Ну, блин, все-таки классная серия. Что-то вот как со всеми сериями дальше какая-то стагнация пошла. Так, значит, на этом глава заканчивается. Заканчивается наша серия. Поэтому ставим лайки, ребят, подписываемся. Продолжим с этого момента в следующей серии. Также буду благодарен подписке на другие мои ресурсы: Яндекс.Дзен, Рутуб, стриминговые площадки Трово, ВССД. Я также провожу трансляции, выкладываю, размещаю видео. На тот случай с YouTube, если что-то случится. Также новая ВК Плей площадка появилась. Вот. Там что-то маленько буду пробовать. В общем, увидимся до следующих видео. Всем пока!